сборная Канады не вызвала какого-то удивления. Это команда, которая собрана из студентов, которые хорошо двигаются, хорошо катаются, хорошо бросают, которые обучены, которые очень хорошо знают командную игру. Поэтому я думаю, что эта команда грозный соперник и будет претендовать на высоком. Мой братан тигр, 24/7 тигр, знает всегда свою цель тигр, каждый день только наверх тигр.